26 июня в Бресте был дан старт чемпионата республики по академической гребле. Представители всех областей республики, а также города Минска прибыли в город над Бугом накануне. Эти соревнования являются отборочным этапом для участия в чемпионате мира. Чемпионат Беларуси по гребле академической – это ежегодное, титульное, главное соревнование календаря спортивных мероприятий национальной команды, сборной команды и всех занимающихся греблей академической. По итогам этого чемпионата формируются все сборные команды для участия и выступления уже в сборных экипажах на официальных международных соревнованиях по возрастам. Идеальной техники гребли не существует. Каждый академист имеет свою собственную. Задачей тренера является максимальная адаптация спортсмена к различным условиям по индивидуальной программе. К слову, брестские гребцы всегда отличались своей подготовленностью. Возможно, поэтому представители нашего региона находятся практически в каждом экипаже, представляющем Беларусь на соревнованиях различного уровня. Брестские спортсмены, они практически сидят в каждом экипаже, который претендует на участие в чемпионате мира. Вот. Это и восьмерки мужской, и это и в парном весле. Вот. И они как раз, и брестские спортсмены, являются на сегодняшний день одними, и вот именно во взрослой категории, они являются одними из лидерами. Лидерами, на базе которых и строится подготовка экипажей. Участие в соревнованиях принимают сильнейшие спортсмены страны. Болельщики в течение 4 дней смогут понаблюдать за тем, как ведут гонку двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен, призеры международных турниров Юлия Бичик, Татьяна Кухта, Екатерина Шлюпская. Поболеть за своих фаворитов можно до 29 июня.